Привет, меня зовут Олег Задорожный. Сегодня прекрасный погожий день с видом на Енисей. В начале дня шел дождь, потом нас осенило солнцем. Очень забавный поход на мост, в ходе которого мы все-таки отыскали свое место, в котором можно позвучать и позаписываться. Меня можно услышать либо на выступление в городе, это может быть формат квартирника, это может быть формат чайной, это может быть формат звуковой медитации, хант-медитации, например, либо можно прийти ко мне на йогу позаниматься. Такие истории. Инструмент звучит, все происходит, жизнь продолжается. Также у меня можно поучиться искусству игры на этом инструменте. Это вообще отдельная история, как путешествие.